галка на день какая. Всем доброе утро. Смотрите, какая красота. А мы с Серегой стоим в пробке. Каждое утро у нас здесь пробки. Слава богу, что мы не каждое утро куда-то выезжаем. Привет, Серег. Здравствуйте. Серега едет в Леруа, заказывает стройматериал. К сожалению, не нам. Какие клены, смотрите. Оп. Елочка. Ой, ну красота. У людей вот растет, у меня ничего не растет. Вот. Там ему по работе нужен сырой материал, поедем в Леруа. А я зайду опять посмотрю цветочки. В прошлый раз нормально не смогла посмотреть и не смогла заснять. Не знаю, когда это будет, но пробки вообще километровые. Все кончилось? А, все кончилось, слава богу. Все, у меня какая-то ломка начинается, я давно не покупала себе цветочки. Серый, купи мне цветочек. Ну купи. Серый, купи. Я уже заплавлю. Он сейчас у нас бензин кончится, мы будем с собой машину пешком толкать. Не ври, мне, у нас не скоро бензин кончится. Я решила, не решила, мне очень хочется. Я посмотрела, заболела бегониями декоративно-лиственными. Поэтому мне так хочется этих бегоний. Вот, сейчас в Леруа посмотрю. Ну, хоть один. Ну, челенкуешь там отряд. Ну, хоть один. Вот. Ну, это мы еще потом поговорим. Хочется бегонии мне, короче. Девочки, я в Леруа Мерлен, уже начался Новый год. Смотрите, что тут есть. Такие вот елочки. Всякие различные игрушечки. Это говорит о том, что уже кончилось. Конкретно уже кончается даже осень. Такие интересные игрушечки. Цены, я хочу сказать, не дешевые. 207. Вот что-то по 45 рублей. Вот такая вот звездочка. Картонная. Круто. Такие вот красивые птички. Интересные такие вот баночки. Кстати, вот это вот интересная штучка для декора. Такие вот девочки. Не знаю, с чего они сделаны. Цена у нее 186 рублей. Медвежата. Такой вот олень. Ой, их вот очень много здесь оленей. Вот такая интересная подделка из шишечек. В принципе, можно и сделать самой шишечек набрать. И сделать. Вот такие елочки. Здесь раньше стояли суккуленты, их, походу, убрали. Цветов очень мало. Сейчас пройдусь, может, что-нибудь интересное есть. Смотрите, какой огромный, хороший, красивый шар. 222 рубля. Хочу такой шар. Вот такие вот красавцы здесь стоят, бересклет. Интересный такой листик, мне нравится. Я про него ничего не знаю, 125 рублей. Наверное, возьму. Я сюда здесь уже себе в корзину накидала. Вот таких вот красот. Лавр 368 рублей. Вот посмотрите, какие хорошенькие, аккуратненькие стоят. Козиум 426 рублей. Ну, хочу сказать, что цены довольно-таки дорогие. Цветы. Лимон вон стоит 4000 почти. Вот тоже мне очень нравится вот этот цветочек. Цены 542 рубля. Ну, орхидеи стоят. Мне кажется, они здесь всегда стоят. 681 рубль. Фикусы. Фикусы. Монстера. Монстера 623 рубля.
Что-то цен не везде есть. Антурин 616 рублей. Розочки 481 рубль. Ну, я хочу сказать, что это не дешево для таких розочек. Смотрите, какой красивый фикус бонсай. Цена у него 1374. Мирт 682 рубля. Кофе 272 рубля. Вот такие вот еще бонсай есть по 667 рублей. Лаказия мне очень нравится, 408 рублей, но как-то не очень у него хороший материал стоит. Все вот они такие потрепанные, поломанные, хотя красота как раз в самих листьях. Марант вчера видела, видео смотрела, 725 рублей, маленький такой горшочек. Запутанный, даже не буду распутывать. Что здесь внизу? Внизу плющики всякие. Бедные гортензии стоят, никто их не поливает, тянутся, бледнеют, желтеют. Ну, в принципе, девочки, ничего новенького нет. Все то же самое, просто побольше обзора сделал. Я думала в прошлый раз, что все-таки я упустила что-то, не показала вам. Нет никаких суккулентов. Вот тут что-то стоит. Кактус какой-то. Вот это вот сколько стоит, интересно. Цены нет. Вот, вот все, что есть. Леруа, походу, перестала заниматься конкретно растениями. Ну, посмотрите, сделали на штанге. Вот такие вот фиалочки. Не очень-то хорошем они состоянии, конечно. Ну, конечно, и много луковичных. Я посмотрела, в принципе, неплохие. Вот, семена. В принципе, уже кое-какие семена можно купить. Сейчас посмотрим. Хотела посмотреть и устому, но нету и устомы скоро, потому что ноябрь, я ее сажаю в ноябре. Такой ряд семян. Лучше всего, конечно, покупать профессиональные семена. Да, они на порядок дороже, но там и цветок красивый. Вот они, грунты пошли. Как раз сажать череночки. Но я грунт буду использовать огородный и перемешаю торф и перлит. Вот этот вот почвогрунт 3D. Сколько получается? 50 литров, 225 рублей. Между прочим, очень хороший грунт. Сажать уже корешками. Черенковать в этом грунте не получится, но сажать уже с корешками вообще отличный грунт. Вот он и торф верховой, 247 рублей. В принципе, 50 литров. Это недорого. Цена нормальная. Ну, всяких удобрений много. Вот грунт для орхидеи. Кстати, этот грунт для орхидеи неплохой. Я брала наподобие такого. Прямо отличный грунт. Цена у него 57 рублей. В принципе, это совсем недорого. Такие перлиты, вермикулиты. Вот нашла биомастер перлит по 33 рубля. Здесь получается у нас 2 литра. Возьму себе такой. Выбрала я себе вот таких красавцев. Тот бересклет я все-таки убрала. Такую вот бегошечку. Больше бегоний никаких не было, как вы видели. И Серега, каждому свое. Вот и все, пробежались мы по коллажу, купили Сереге все, что надо, и едем домой.